Всем привет! В первых сериях мы с вами узнали, что является основным топливом Абаканской теплоэлектростанции и как уголь попадает в котельный цех. В новой серии мы с вами попадем в основной цех Абаканской теплоэлектростанции, турбинный, и узнаем, что же из себя представляют большие и огромные турбины. Его представляет обычный вентилятор окружающий, но как он генерирует энергию? Это такие большие фигнюшки, которые преобразуют пар в тепловую электрическую энергию. Время идти. Поехали! Всем привет! Сегодня мы познакомимся с Ильёй! Вот. И мы буквально через пару секунд нас он встретит. Он нас встретит, давайте посмотрим. Опа, не туда. Черт, мы не туда приехали. Всем привет! Здравствуйте! Привет! Вы, наверное, Илья. Давайте знакомиться. Мы Кирилл Филипп. Давайте куда мы сегодня пойдем? Прямо, направо, вперед. И назад. И назад. Отлично. Мне нравится. Примерно вас поняли. Окей. Тин, мозговой штурм начинается, поэтому запоминай. Ты был отличником. Я был четверочником. Ничего не слышно! И я нам придется слушать вас вот так! Вот я не слышу ничего! Нам придется слушать вас вот так! Вы что-нибудь слышите? Читай по губам, я ничего не слышу! Нам придется читать по губам! Очуметь! Здесь располагается три турбины. ПТ-60, ПТ-110-120 две штуки. Подогреватели основные, вот как раз где греется у нас питьевая вода. Вот вертикальные подогреватели первой турбины, в количестве трех штук. Это получается, вы говорите, питьевая вода, которая горячая вода из крана? Да. Невероятно, мы никогда не думали, что мы окажемся в здании, которое отвечает за отопление всего города. Поэтому мы сегодня вернемся домой, включим теплую водичку и вспомним это здание. Да. И вас, и я вспомню. У нас к вам вопрос. Какой? Чем вы занимаетесь? Занимаюсь оперативными действиями для лучшей работы оборудования. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. День. Нам сказали, что вы работаете на станции 30 лет, верно? Да. С 84 года. А чем есть? Ну ведь мы еще не родились. Ну тем более, да. А вы уже здесь работали? Да, практически так. Самое сложное здесь в работе. Ну у нас каждый день практически сложно. Станция работает в непрерывном режиме, днем и ночью, сами знаете, если вы жители города Абакана. Но это вся наша невидимая работа, чтобы вы там хорошо, комфортно отдыхали, жили, не беспокоились. Походит слух такой, что рабочие должны принимать какие-то после работы там полезные продукты. Так вот, в сети пишут, что работники потребляют абаканское пиво. Оно помогает, говорят. Для здоровья. Ну, типа, вредное производство, нужно как-то восстанавливать силы и... Вы не видели Васильевича? Ну, лучше молоко принимать. Да это для восстановления. Но, говорит, для вас, нет, сказали нет. Васильевич с этого, с турбинного цеха. Нет, пиво это нет. Сейчас происходит процесс проверки защиты перед пуском турбины. За что турбина эта идет часть? Через турбину, мегаватты. А, электроэнергия. Да. Александр Федорович, здравствуйте. А вы знаете, что такое манекен челлендж? Знаете, что такое манекен челлендж? Нет, не знаю. Это что-то связанное с интернетом. Вот. Сколько вы уже работаете на ТЭЦ? 37 лет. 37 лет? Много, наверное. 46 лет нам двоим. Работаете 37. Нам нужно сделать с Александром Федоровичем селфи. Мы и Александр Федорович. 3, 2, 1. И еще один раз. Давайте вот так. По-современному. Нет, мне так не надо. Нам нужно понять технологию, как
вода поступает к нам в дома? Начинается вода с городского водоподъема, приходит на Абаканскую ТЭЦ. Прошла химцех, прошла химобработку. Угу. Химобработку. Пришла турбинный цех, прошла через подогреватели сетевые, ага. Нагрелась сетевыми насосами, выкачалась и ушла подогретая уже в город. Угу. Все. Здесь вода пошла на горячее водоснабжение и на отопление. Все понятно. Все, и обратно, спасибо. И обратно же вернулась на ТЭЦ. Скажите, пожалуйста, твинчики вас очень сильно любят. Твинчики вас очень любят. Спасибо, это было так мило. Это мило. Здесь находится турбина номер 4. Потом пойдем в котельный цех. Направляемся туда. Вот здесь, по-моему, сразу видно, что здесь чуть-чуть потише, не знаю, с чем это связано, и здесь все такое новое сразу. Ну, конечно, с 2014 года блок ввода в эксплуатацию. Куда это направляемся дальше? Куда мы будем? Пойдемте поближе к турбине подойти. Это главная паровая задвижка. Это с котлоагрегата поступает пар с параметрами 555 градусов с давлением 130 кг. Это примерно вот соотнести 130 кг. Вот у нас камеры качаем, да, автомобильные шины 2 кг, а здесь 130. Я думаю, что это надежно. Это надежно? Это надежно. Ладно, лучше бы ты промолчал. Слушайте, у нас тут все сегодня такие серьезные, никто не шутит и не пляшет, не поет. Может, вы станцуете, допустим, на фоне турбины? На фоне турбины? Да. Тут можно вейпить? Вы знаете, что такое вейп? Вейп это в телефоне, что ли? Нет. Ну, почти. Ну, короче, мы... электронные сигареты купить. О, нет. Очень приятно с вами, молодые люди, работать и желательно, кто нас слышит и видит, подписывайтесь на наш канал и смотрите наш канал. Окей, спасибо, отбейте 5. Вот так. Вот так. Всем пока. Последние минуты нашего видеоблога. Всех любим!